Друзья, защищайте себя. Может быть, вы не знаете, но только каждый второй человек в Украине знает о том, что у него есть ВИЧ-диагноз. Ровно половина живет и ничего не знает об этом. Поэтому будьте полны любви именно к себе. Защитите себя. Ну и приобретите вот такие футболки, которые позволят людям узнать об этой проблеме, позволят сделать ее более масштабной, более узнаваемой. И, может быть, тогда мы уменьшим количество людей в нашей стране, которые больны. Удачи!